В Чебоксарах участились случаи ДТП с участием пешеходов. Сотрудники госавтоинспекции вышли в рейд. Репортаж Рифата Фаткулина. Спешил на работу, не знал, не заметил, всегда здесь хожу или поленился дойти до зебры. Такие нелепые отговорки на инспекторов ГИБДД не действуют. Правила дорожного движения едины для всех, и для пешеходов, и для водителей. Улица Декабристов. Расстояние между пешеходными переходами здесь около 300 метров. Но не все готовы преодолеть это расстояние даже ради собственной безопасности. Переходят дорогу там, где не положено. Надо дойти до пешеходного перехода. Это небезопасно для вас. Я знаю. Понимаете, да? До этого нарушений не было у вас? Не было. Да, это данное нарушение предусмотрено штраф в размере 500 рублей, либо предупреждение, если у вас до этого нарушения не было. Документы дайте, пожалуйста. Нет, проверим по базам. Сейчас по базам проверим, назовите, пожалуйста. Пойдемте, чтобы дослужили наши. Можно я опаздываю на работу? Я долго задерживать не буду, 3 минуты. Нет, вы задержите меня. Еще один проблемный отрезок на улице Юрия Гагарина. Здесь внимание стражей порядка привлекла пожилая женщина. Извините, пожалуйста, это небезопасно для вас. Молоко вон рядом, я за молоком ходила. Надо пройти на пешеходный переход, тут совсем рядом. Больше не пойду, простите меня, Господи. Первый раз только. Часто пешеходы попадают в аварию, когда переходят дорогу, глядя в телефон, а не по сторонам. С наступлением темноты дорожная обстановка усложняется. Из-за плохого освещения городских улиц людей на дороге водителям практически не видно. Поэтому пешеходам настойчиво рекомендуют носить светоотражатели. По итогам 5 месяцев текущего года на дорогах города Чебоксары зарегистрировано 210 дорожно-транспортных происшествий, из которых 79 – это наезды на пешеходов. В результате данных наездов погибло 6 человек и 77 получили травмы различной степени тяжести. 42 наезда произошло в зоне пешеходных переходов. Основная доля из них приходится на нерегулируемые пешеходные переходы. Нарушителям сотрудники ГИБДД выписывают протоколы. Штраф 500 рублей. Но в сегодняшнем рейде никого не штрафовали, а только предупреждали. За час операции автоинспекторы выявили более 15 пешеходов-нарушителей. Данный рейд у нас проводится ежедневно. Это в утренние, дневные и вечерние часы, когда у нас идет отток транспорта и пешеходов. Также при переходе проезжей части, по даже пешеходным переходам, по нерегулируемым пешеходам должны быть обязательно внимательными, посмотреть, что транспортные средства их пропускают и что они могут перейти проезжую часть свободно, без каких-либо происшествий для себя. Быть внимательными, бдительными и аккуратными. К этим словам добавить нечего. Только одно. Помните, что автомобиль крепче вашего хрупкого тела. И не забывайте, дома вас ждут родные и близкие. Рифат Фаткулин, Игорь Зверев, Республика.